20 обаятельных, талантливых и спортивных девушек на одной сцене городского дворца молодежи – так проходил финал 5-го городского конкурса «Краса студенчества». Нижнетагильский технологический институт УРФУ представляла Лана Хильченко. Лана учится на третьем курсе направления «Экономика», дважды лауреат гранта имени Евгения Георгиевича Зудова, участница научных конференций, активист общественной добровольной молодежной организации «Первые» института, студенческий наставник, в составе команды НТИ призер Всероссийского акселератора социальных инициатив «Рейс». И учится при этом на отлично. Один из этапов конкурса – рейтинг среднего балла в зачетке, и у Ланы он один из самых высоких среди конкурсанток. В те 3 месяца, что шла подготовка к финалу конкурса, состоялись еще 2 этапа – конкурс видеороликов и сдача нормативов ГТО. И в них Лана показала достойные результаты. Этап, к которому участницы были готовы условно, назывался «Ты в танцах». В этом конкурсе девушки импровизировали в танцевальных движениях. Весь зал поддерживал конкурсанток. Нередко действие на сцене приостанавливалось, чтобы дать зрителям выплеснуть все эмоции. Самый зрелищный конкурс финала – творческий. Девушки стали героинями шоу «Точь в точь». Ни один номер не был похож. Студентки инсценировали музыкальные сцены из мультфильмов, песни любимых исполнителей. Зрители подпевали, купали участниц в овациях, восхищались образами. Последний этап конкурса – дефиле «Выход в свет». 12 красивых девушек, вновь все на одной сцене. Thank you.
девушка в Нижнем Тагиле. Внимание! Обнаружена самая красивая девушка в Нижнем Тагиле. Чтобы хоть начать выйти из системы. Ты теперь сердце джентльмен, к тебе ехал. Пролетела красный, за мной сирень. Мы с тобой синхронизировались, наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я, ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дом. Залипаем, мы не прогадались, и средний палец наш союз. А где прошла ты, там упала звезда, там светила луна, играла волна. И сердце как ты, я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. Где прошла ты, там упала звезда, там светила луна, играла волна. Я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. Я думал, я знаю эту жизнь, и вот уже не факт. Это не могло остановиться там, мы тогда с тобой страстью в глазах. Что за движение пробивает иммунитет? Я знаю, что в этой суете ты мой человек. А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна, играла волна. И сердце как ты, я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна, играла волна. И сердце как ты, я забрал у тебя, и теперь я как ты. Арт-проект «Биомания», спасибо. И наши кроссовки. Неуважаемая охрана, вам спасибо. Ну а теперь действительно, давайте так, мы будем объявлять еще разок. Члены жюри сетовали, что нельзя каждой участнице вручить по короне. Но конкурс есть конкурс, баллы подсчитаны. И третье место по итогам всех этапов заняла Лусине Закарян из Нижнетагильского торгово-экономического колледжа. Второе – Укорине Попян из педагогического колледжа номер один. Красой студенчества Нижнего Тагила 2024 года признана студентка Нижнетагильского технологического института УРФУ Лана Хильченко. Вот это вот все. Корона, аплодисменты, овации. Первое место. Лана Хильченко! Это краса студенчества 2024! Я
участвовала первый раз в этом конкурсе, и на самом деле я здесь раскрыла свои таланты, еще больше своих талантов я раскрыла. Я очень рада была участвовать в этом конкурсе. Мне было неимоверно классно получать эмоции от наших репетиций и подготовки. За время проведения конкурса участницы из технологического института неизменно входили в пятерку лучших. Титул «Краса студенчества» студентка НТЮ РФУ получила впервые.